Пятеро жителей села Кокомахи Карабудахкенского района госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. По информации Минздрава республики, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. Специалисты ведомства просят жителей быть внимательными к состоянию своего здоровья и незамедлительно обращаться к врачам при проявлении симптомов сибирской язвы. Ситуация находится на контроле главы регионального Минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова. Он посетил больных, по факту проводится эпидемиологическое расследование.